меня 143 очка! У меня... Это невероятно, как... Вау! Вау! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, что же я получу за 1000 килу в соревновательном режиме, в союзниках и в командном бою. Это будет нереально крутое видео. Потом, ребята, пожалуйста, прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы приступаем. Дорогулечка, ты моя. А промокодик-то надо? Конечно, надо. Брат, смотри, я на протяжении всего видео запрятал буковки. Ты эти буковки соединяешь и получаешь рабочий промик. Поэтому, братик, смотри видео очень внимательно и получай халявную аркану. Ну а мы приступаем к видео. Ну что же, ребята, и начнем мы, конечно же, из соревновательного режима. То есть, ну и сейчас самое главное, чтобы мы заснайпились. Я говорю сразу, это будет очень сложно, но мы попробуем. На съемке это видео примерно потрачу часов 5 времени, как обычно. Ну, надеюсь, вам это понравится. Стоп! Один из участников лобби не смог подключиться к серверу матчмейкинга. Это что за падаль? Мы еще видео не начали снимать, у нас уже какие-то проблемы, потому что мы не можем заснайпиться. Стендов какой-то сделал суперсистему против буста, и теперь это сделать очень тяжело. Но поверьте мне, мы это сделаем. 5 minutes later. О, папа! А вот мы, ребятки-то, и заснайпились! Ну что, дорогулечки вы мои? Все бежим на Plant A, ребята. Это соревновательный режим, открытое лобби. Ребята, бегом, бегом. Кто добежит последний, тот голимый бот. Сейчас мы узнаем, кто же из команды Тера будет голимым ботом. А ну-ка... Первый у нас Твинк, братик, давай пленти, дорогущий, давай пленти. Ой-ой, и последний у нас голимый бот, это Хаук. Все написали, Хаук, ты ботик. Ну, чтоб мне получить максимально много ММР и, возможно, выбить скин из Невла из коллекции, надо, чтобы потихонечку выходили мои тиммейты. Поэтому первым, кто у нас выйдет, это будет Верди. Верди, братик, пожалуйста, дорогулечки, ты моя, пора выходить. Опа, до свидания. Так, все ко мне, братик, быстрее. Ё-моё! И я дефьюжу. Так, ребят, все отошли. Все, как же это прекрасно, ребята. Она ща рванет! Нет! Успей! Фух, вот это да! Так, пацаны, становимся в очередь, получаем по маслине. Ай-яй! И ты. Дядя, давай, и ты. Ой! Моя ты умничка. И я успешно дефьюжу. Ребята, у нас все идет очень хорошо. У меня уже 30 очков. Прикиньте, как же это круто. И я успешно дефьюжу. Так, ребята, все идет очень хорошо. Нас, по идее, осталось всего лишь 2 человека. Это имба. Да, нас двое. И у меня 43 очка. Надеюсь, меня не забанят. Уважаемые разработчики, если смотрите это видео, это все, говорится, это все, того... постанова, это все понарошку. Это закрытое лобби, не надо меня банить, я прошу. Это не буст. Мы осуждаем буст, потому что буст — это очень-очень плохо. Не годик-то какой. Так, ай, да куда убегаешь-то? О, засранцы, так, где последний? Бегом ко мне, давай, биби. Братик, давай, ля, у него ник. Обменяю М9. Брат, на что обменяешь? Брат, обменяешь на Кэр-Карбон? 5 minutes later. Ну что же, ребята, мы поменялись сторонами, и все идет к финишной прямой. Надо буквально 2 ластовых раунда на изречах по Шурику заплентить, и мы получим очень много ММР. Получаем маслины. Оп. Ну, ребят, стрелять не надо. Ну, стрелять-то не надо, сладенький ты мой. Ты уже мне надоел, братик, не вредничай. Реально, не надо вредничать. Так, счет 9-1. Остается, ребят, буквально последний раунд, и мы знаем, что же получил за соревновательный режим, сколько получил опыта, и мало ли вдруг я выберу какой-то скин из Nameless коллекции. Ура! Ура! Последний раунд. Все ко мне. Кто последний, тот Пепа. Кто Пепа? Опять этот М9. Ты уже надоел, братик. Ну ты реально уже надоел, бессовестный. Давай, я пленчу, тебя мочу, и идеаленько, ребята, прямо сейчас мы знаем, что же я получу. Давайте смотреть, у меня 143 очка, у меня никогда в жизни так много очков не было. Давайте смотреть, что же получу. И, надеюсь, это будет не бан. Я очень сильно на это надеюсь. И, так, 2000 опыта, максимального опыта, ребята. Это жесть. 2000, так, и все. О, и за хорошую игру получил 50 серебра. И все. То есть, ребята, делаем вывод. Я примерно получил 90 ММР. Это обалдеть, круто, 90 ММР. 90, прикиньте.
Но, к сожалению, Неймл скином не выпал, но еще все впереди. Вы меня часто спрашиваете, это ПК, откуда такой другой инвентарь? Ответ крайне прост. Это булдропчик. Булдроп — это топовый дроп. При помощи булдропа вы все можете получить какой-то ножичек совершенно бесплатно. Также, ребята, лично я с булдропчиком дарю вам голодишку. Все есть по ссылочке в закрепе в комментариях. Ну что же, а прямо сейчас мы проверим, что же мы получим в командном бою. Поехали. Поехали, чтобы понимали, ребята, снимать видео в командном бою — это очень тяжело, потому что просто практически нереально заснайпиться. Ну ничего, я придумал один очень хитрый коварный план. 5 minutes later. Ну что же, ребята, мы заснайпились. Против меня играют 5 подписчиков. За меня играют 3 подписчика и 2 рандома. И прямо сейчас будут пытаться делать максимально много киллов. Задача теров. Ребята, ваша задача — стоять просто на базе. Просто стойте на базе. Я все сделаю вместо вас. Так, ребят, нож в КД не идет, пишет. Нож в КД не идет. Что, ребят, давайте, давайте. Все дружно стали в ряд. Сюда, дорогие вы мои. Давай, братья. Ой, идеальненько-то как, ребята. Просто посмотрите. В 13 КД играю. Надеюсь, меня не забанят. Командный бой. Мне очень интересно посмотреть, что же получу именно в командном бою. Так, уважаемые пассажиры, получаем все по маслине. Ай-яй-яй-яй-яй. 20 КД. Обалдеть. Мне интересно посмотреть, какой будет КД после этой игры. Потому что, ребята, сейчас нечто невероятное просто происходит. Просто я такого никогда в жизни не видел. Это, как же это круто. Давайте, ребята, активнее, вы лучшие. 5 minutes later. Моя ты умнички, сюда, брат. Вау! Сюда, да, сладенький ты мой. На маслину, на маслину, на маслину, на маслину. Ой, мужики, вот это кайф. Видели, становитесь в ряд. Ой, как классно-то, 133 кило, имба! Ой, хорошо-то как. 150 кило, наша цель, 150 очков, братва, активнее, 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 активнее. 146, идеально. Давайте 160, может 160 выйдет, пацаны. Все бежим, 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 максимально быстро 150. Остается 8 секунд, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Давайте, ребят, активнее, активнее. Давай, давай, ну-ну-ну. Ну, 157 килом, что? Что же мы прямо сейчас получим? Как вы думаете, 157 КД, это невероятно. Давай, давай, давай. 2000 опыт, это максимальный опыт в стендофе, да! Это импа. Но мы получили всего лишь 8. Мы получили всего лишь 8 монет. Но прямо сейчас мы знаем, что же мы получим в союзниках. Погнали к следующей катке. Опа-на! А вот мы и в союзничках, ребята. Вот тут-то будет самое интересное, потому что тут я уже точно прошел калибровку. И мы посмотрим, что же я получу. И, кстати, да, вы скажете, Кента, пока это же очень легко снайпиться. Но нет, даже в союзниках мы снайпились примерно 20, а то и 30 минут времени. Заплентил! Эй! Так, брат, ну давай, ты ерундой не занимайся, все. И мы успешно дефьюзим. Итак, нам надо сделать 8 раундов, и мы узнаем, что же мы получим. Кстати, да, большое спасибо этим двум парням, потому что у одного из них голд 4, а у второго, ребята, просто вдумайтесь, Феникс, и он потеряет своего Феникса ради меня. Братанчик, от души, Ред Скайчик, мы с тобой. Давайте поддержим молодого в чате. На! Кто первый ко мне добегает, тот получает... А? Тот получает небольшой приз под названием... кто первый ко мне движет? Ну-ну, небольшой приз под названием... БАН! Давай, братик, пленти, пленти, блядь, я пошутил, брат. 5 minutes later. Блин, а вдруг мне прям сейчас выпадут какие-то тычки Хармони? Ребята, быстрее, быстрее. Так, подходим ко мне, девочки, мальчики. Я сейчас пленчу и ставлю вам маслины. А ну, подошли ко мне. А ну сюда, на маслину, на маслину. Все, ребята, у меня 69 очков. А, 69, ха. Ну что, давайте смотреть, что же мы прямо сейчас получим. Внимание, и мы получаем. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. 66 ТВМР, что? Это невероятно, как же много. Обалдеть. А как вы думаете, сколько мы получим опыта? Я рейнджер, ура! Я обратно рейнджер. Обалдеть, вот это крутяк. 1725 опыта, что? Вау, вау. Блин, ребята, как же это круто.
Ну что, ребята, делаю вывод такой, что если вы хотите получить много серебра и много опыта, советую соревновательный режим. Если хотите получить просто много опыта, советую командный бой. Но если вы хотите получить очень много серебра и мало опыта, советую союзники. Ну что же, ребята, если вам понравилось подобное видео, пожалуйста, проживите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой ютубчик, подпишитесь на мой телеграмчик.